После зимнего перерыва всадники вместе со своими лошадьми собираются в конно-спортивном клубе «Пассаж» для участия в первом в этом сезоне турнире. В Нижнем Новгороде прошел чемпионат и первенство Нижегородской области по выездке. Выездка по международной терминологии – дрессура, высшая школа верховой езды и олимпийский вид спорта. Еще это можно назвать своего рода дефиле, поэтому волнение как у всадников, так и у лошадей все равно есть. Здесь надо выступать в белом. Одевают белый вольтрап, заплетают гриву, и поэтому лошади понимают, что что-то другое. И многие лошади волнуются, несмотря на то, что многие всадники здесь выступают у себя дома. В соревнованиях по выездке спортсменам предстоит выполнить ряд элементов и продемонстрировать способность лошади к правильным и производительным движениям на всех аллюрах в различном темпе. Начинаем мы с заезда. Нужно проехать ровно по средней линии, остановиться в центре манежа, поздороваться с судьями, потом ровно ехать дальше, диагональ, прибавленная рысь, то есть конь должен бежать немного быстрее и поднимать ноги, расширять как бы рамку, расширять шаги. Потом принимание, это когда конь бежит боком, плечом внутрь, это когда конь бежит задними ногами на стенке, а передние отводят внутрь манежа. Потом еще были полупируэты на шагу, один из которых он запорол. Для участия в региональных соревнованиях в конно-спортивный клуб «Пассаж» приехали 60 пар с нескольких районов Нижегородской области. Это титульный старт, то есть это один из главных стартов года, именно региональных. Есть еще кубок области и есть еще отдельно командный чемпионат и первенство. Поэтому это один из самых таких серьезных стартов в сезоне. И он дает уже понимание по формированию, например, сборной команды области для выступления на всероссийских и международных соревнованиях. Поэтому очень важен как для самих спортсменов, так и для их команд и для федерации в том числе. За 4 дня соревнований определили чемпионов Нижегородской области по выездке, а также победителей регионального первенства среди детей, юношей и юниоров. А уже в марте следующие крупные соревнования. В Нижнем Новгороде пройдет всероссийский турнир «Зимний кубок Нижегородского Кремля», на который соберутся спортсмены с разных регионов. Артемий Катков и Дмитрий Засухин. Время новостей.